Всем привет! Мы сегодня на канале Сестрёнки Соу. Сегодня мы будем лечить маму. А я серьёзная! Что, мам, с тобой случилось? Миросечка, доченька моя, мне кажется, что я приболела. Дай мне телефон, я доктору позвоню. Позвонишь, спасибо. Держи. Алло, доктор. Алло. Приезжайте скорее. Я вырезаю. Пока. Привет, доктор. Как вас зовут? Доктор Плюшева. Доктор Плюшева, я себя плохо чувствую. Вы можете меня вылечить? Уза, откройте. Уза? Посмотрите. Посмотрите. Теперь спину. Спину теперь? Дышите. Не дышите. Все, готово. Отлично. Мне кажется, что у меня болит голова, и мне нужно сделать укол. Температура! Мама! Срочно постельный режим! Хорошо, Мирон. Открыть рот. Давайте выставим через рот. Голоская красненькая. Красненькая, да. А давайте вам коленки прибьем. А что? Отечность в носу? Да. У меня в носу отечность. Ой, ой, коленочки. Мне проверили коленочки. И тараканушки. Кто? Таракан, она сказала. У меня в ушах тараканы? Бывает. Бывает? Ребят, в этом ушке что? Тоже тараканы? Гусеницы? Гусеницы и тараканы? Чистить нужно. Ребят, соблюдение личной гигиены наше все. Детки, чтобы не было, как у меня, у вас тараканов и гусениц в ушах, чистите ушки. Посмотрите. Приходится вам много есть рыбьего жира. Рыбьего жира много надо есть? Да. Рыбий жир – это такая жидкость невкусная. Но нужно, да? Раз лекарство, нужно лечиться. Доктор, а может у вас есть укол? Есть. Только не это! Только не укол, я боюсь! Ты говорила укол! Я передумала, я сбегаю! Это самый страшный укол в мире. Они как американские горки. Все? Фух, не так было и страшно. А мне дадут сюрприз за укол, это правда? Нет. Не будет никакого сюрприза? Давай я тебя помогаю, мам. Давай. Нет, это с тобой на лоб. Это тетя, это у вас вода. Я уже посморкалась туда. Смотри, вот здесь вот грязь какая-то. В горле тоже отчетно. Доктор, а можно мне вас поцеловать за то, чтобы мне укол сделали не больно? Можно вас поцеловать? А теперь вам в ухо свисток. В ухо свисток? Это я сейчас снова буду сбегать от вас. Нет, нет, нет! А зачем мне свисток в ухо? Вот объясните, доктор. О, я излечилась! А у меня это ухо не болело, у меня тут зубы болело. Заберите доктора! Я отказываюсь от лечения! Я здорова! Доктор, спасибо! Нет, мама, ложитесь еще в кровать. Все. Смотрите, нет. Я как здорова. Вот, смотрите. Нет! Давайте поверим в наш глаз. Ты тоже доктором стала уже? Тебя так быстро обучили? Опять ты такая. Опять ложись. Снова заболела, говорят. Я снова заболела. Вы же меня только что вылечили. Но я снова заболела. Нужно давать кровь. Миросечка держит меня. Из пальца? Сейчас. Мне тут заодно брови расчесали. Смотрите на свою кровь. Ого! Здоровая кровка, надеюсь? Ура! Мы вылетели тебя! Мы ура! Если вам понравилось видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал Сестренки Шоу!